своими глазами. Приглашаем на сцену Ульяну Продан в конкурсе чтецов. Возрастная категория 10 лет. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем кобылу стать спиной. И тут раздался голос, детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя? Не упрекали, не броня, смотрели прямо в душу глядя. Трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже. И смятенье в эсэсовец объят. Рука сама с собой волнение вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как мои рутины. В смятении смутно произнес Савельев невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если бы дочка твоя бы здесь вот так легла? И это маленькое сердце пробито пулью твоей. Ты человек, не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном сожглась. И снова взгляд светился детский. И снова сужится опять. И не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже снять?